Добрый день, любители истории. 13.06 в нашем городе. И эта программа сделана в Вятке. Я приветствую Евгения Петунина, историка, краеведа, руководителя музея Вятского госуниверситета. Евгений Альбертович, добрый день. Добрый день. Всех с праздником. Вы имеете в виду День милиции? День милиции, день полиции. День сотрудника правоохранительных органов сейчас называется. Ну, день смерти Брежнева, если... Ну, это не праздник, но тем не менее. Да. Мы, напомню, собираемся здесь для того, чтобы устроить исторический экскурс два раза в месяц, по пятницам, именно в это время. И вы знаете, такой большой резонанс поимела наша программа прошлая, где мы вспоминали февральскую и октябрьскую революции 1917 года. Я отслеживаю, что происходит в сети или в сети. Довольно приличное количество просмотров, что люди интересуются, так что не зря с вами мы здесь собираемся. Ну, кстати, Павел Шарабаров, историк, который был вместе с вами в прошлой передаче, мы с ним договорились через две недели еще раз встретиться и поговорить о неизвестных доселе фактах, вот вскрытых в последнее время, фактах 1917 года у нас здесь в Вятке. Я думаю, что тоже будет любопытно. Может быть, но да. Тем не менее, и была сейчас передача, снятая на ГТРК, на эту же тему. Столетие революции, да? Да-да-да. И, в принципе, есть работа тем. Ну, наверное, если что-то есть необычное, вдруг это всплывет, потому что истина устанавливается всегда вот в таких вот рассуждениях. По прошествии долгого времени, да. Ну, а сегодня мы продолжим изучать историю нашего города, историю конкретных улиц. Интересная была программа у нас по истории Октябрьского проспекта. Приводили много интересных фактов. А сегодня мы сосредоточимся на другой улице. Тоже исторической, интересной. Улица Карла Маркса, бывшая Владимирская. Ну, да, все верно? Не только Владимирская, но и... Да. Ага. Ну, давайте пойдем по Карла Маркса. Давайте. Прогуляемся. Ну, я полагаю, что до революционная история этой улицы, она уже описана и переписана. И у батюшки Балыбердина, и у любимого в книге... Отца Александра Балыбердина. Поэтому возьмем советский период, возьмем уже известные многим годы, пройдемся по Карла Маркса где-то в 60-х, 70-х. Наверное. Давайте. Откуда, наверное, откуда начнем свой путь? А все равно, наверное, с центра. Вот... Если в тот раз мы говорили про Октябрьский проспект, то где-то в 60-е годы появилось, ну, и, видимо, только он стал местом прогулок, на местном сленге их продвинутых молодых людей назывался Октябрьский проспект Бродвей, естественно, в городе Карла Маркса. Это была Борода. Борода. И Ленина это была лысина. Ну, понятно. Даже был такой анекдот там. Связано с внешностью, собственно. Стиляга садится в такси и говорит, ну что, шеф, плюнем с бороды на лысину, а это с Карла Маркса на Ленина. Вспоминаю анекдот, там, бросим кости на Пешкова стрит, улица Горького, да? Вот у нас так было. Карла Маркса, известная улица. Так... Немного, конечно, об истории, два слова буквально. Улица появилась в первом регулярном плане города в 1784 году. Даже представить жутко. 784. Называлась она Спинчинская или Спинцинская. Названием была обязана улица Спинцинская, которая существовала в Хлынове. Вот перенесли, видимо, на новую улицу, когда стали прорубать улицы не радиальные, а с севера на юг и с запада на восток. Вот, начиналась она по тому плану на пересечении с Острожной, ныне Мопра, да. И заканчивалась всего лишь на улице Орловской, вот дальше не было. Регулярный план 1812 года продлил улицу практически до современных границ, от Профсоюзной и до речки Хлынов и на юге. Улица получила название Владимирская в честь Владимирской слободы, которая вошла в городскую черту. Вот, а название, интересно, Спинчинская перешло с соседней улицы, это Эрлалипнихта. Эрлалипнихта. До революции называлась Спинчинская. Откуда пойдем? Улица параллельная Карла Маркса. Я предлагаю не по порядку, потому что если мы пойдем сначала либо с конца, если мы пойдем либо от завода Рин, либо от улицы Комсомольской, то там-то и были в ту пору довольно унылые места. Вот, поэтому можно... Это была окраина? Конечно. Это конечно. Была окраина. Основная эта цивилизация была до 60-х годов. Это примерно от драмтеатра до Молодой гвардии.
То есть южнее улица становилась патриархальной, деревянные дома, редкие вкрапления их-то там высотных зданий или служебных помещений. И за драмтеатром тоже сразу начинался Шанхай справа и слева. И деревянные дома, дома до завода Рина и дальше до Филейского шоссе. Поэтому давайте вот по мы пройдем все, но начнем так гулять. Как будто пришли, вот один квартал прошли, другой, третий. Ну вот, пожалуй, самый такой известный перекресток – это угол Молодой гвардии. Где кинотеатр «Октябрь» сейчас находится, Октябрь, да? Ну, про «Октябрь», конечно, была там Владимирская площадь, вот, и Владимирская церковь. Вообще вот понятие «площадь» у нас сейчас уже такое устаканилось. Это большая, благоустроенная, заасфальтированная территория с красивыми домами. Вот. А в Старовятке площади, ну, по размеру они были, может быть, и не меньше, но это было, конечно, немощенная зачастую, в дожди довольно грязная территория. Территория, да, первозданная, да. И поэтому земля, вот, Владимирская неровности. Площадь перед Владимирской занимала довольно изрядную территорию, вот вплоть, ну, если кто представляет, это дом Свинторжецкого, это где сейчас ректорат медакадемии, и вот дальше. То есть была огромная площадь. Ну, естественно, со сносом церкви надо было застраивать, срочно ликвидировать вот это. И поэтому интенсивно началась застройка. Но, что интересно, от старых улиц осталось еще чуть ли не до 70-х годов. Прошлого века. Брусчатка, да, мощеная брусчатка. Вот кинотеатр «Октябрь» прямо от Карла Маркса шла вот немного вверх по Молодой гвардии. И автобусы не всегда, даже слабосильные автобусы не всегда могли взобраться. Мы вспоминаем сейчас прошлые программы. Молодая гвардия вот здесь от Карла Маркса, там ходили автобусы. А мы пойдем ходили по... автобусы. Мы пойдем по Карла Маркса на север. Значит, минуя кинотеатр «Октябрь», конечно, сейчас такое любимое многими заведение. Появилось оно в 60-е годы. Это фестивляшка «Утро». Вообще в городе их было три подобных заведения. Это было вот «Утро». Здесь за «Октябрем» это была сцена Ленина и Герцена. И была стекляшка на перроне вокзала. Вот там даже был фонтанчик, и плавали рыбки. Это была мода 60-х годов. Ну, сейчас у «Октября» там вовсе она и не стекляшка уже. Сейчас уже не стекляшка, но и эти традиции сохранились. Вот. И интересно, где-то читал недавно в «Одноклассниках», там знакомые, вы где работаете? Я работаю в «Утре» ночным сторожем. Игра слов. Да. Ну вот. А что же было до «Утра»? На старых, вот очень сложно, конечно, в формате радио, когда пытаешься не на можем пальцах и на словах объяснить, да, и не показать. Поэтому можно зайти, например, в группу «Одноклассники» в интернете и посмотреть фотографии старой улицы Карла Маркса в группе «Вятка фото-видеоархив». Там более 2000 фотографий уже выложено. И вот о чем мы будем сегодня говорить, кто заинтересуется, то можно посмотреть вот все поэтапно. Там практически по каждому дому. Вот. До «Утра» там был деревянный дом за забором. Евгений Мельчаков, известный вятский писатель, в своих воспоминаниях так об этом говорил. На месте «Утра» за высоким забором стоял одноэтажный маленький домик, утопавший в кустах сирени, акации, бузины. Самого дома с улицы не было видно, поверх кустов торчала только высокая будка, обитая железом, обтянутая сеткой. Домом владел известный в округе голубятник Корнилыч, который среди мальчишек, гоняющих голубей, назывался просто Родилычем. Ну, про дом... Это примерно какой период вот сейчас мы это вспоминаем? Это довоенный, послевоенный. Да, ну, да, довоенный, ну, послевоенный. Вся улица Карла Маркса, это были заборы сплошные, кусты сирени, деревянный дом. Ну, вот если посмотреть от «Октября» на другую сторону, то дом номер 86, сейчас он в глубине, перед ним небольшой сквер, остался постамент, на постаменте был памятник Сталину когда-то. Дом построен в 40-м году. Вот. Конечно, были коммуналки. Вот сейчас этот дом пристроен и с северной стороны. Но, тем не менее, наверное, единственный такой дом построен из 40-х, который подвергся практически полной реконструкции. То есть с расселением дома
с заменой деревянных перекрытий на железобетонные, но, видимо, денег не хватило, поэтому отремонтировали 3 подъезда, а 4-й-то и оставили. И к тому же, если вот в войну и перед войной были деревянные балконы, то потом они стали опасны, их просто спилили, и во многих квартирах, особенно вот не отремонтированные части, остались, и на этажах двери на улицу, ведущие в никуда, открываешь, и все, и балкона нет. Вот гостей надо предупреждать, видимо. Дальше, опять же, по восточной стороне. Ну, вот известный дом, губернаторский дом бывший. Сейчас там коммерческая компания находится. Но очень долгое время квартировала вязкая пресса. Это две местные газеты. «Ирская правда», «Комсомольское племя». Много легенд, конечно, ходило. Вот переехали из этого дома в дом печати в 1987 году. А до этого... А ровно 30 лет назад. Был такой центр жизни. Вот одна из легенд, 80-е годы заслуженный главный редактор областной газеты полез, не мог достучаться до дежурного и полез ночью с улицы в форточку, но не достучался, видимо, и проезжала мимо милиция, его приняли за вора. Вот, а, видимо, там верстали важный материал очередному партсъезду, и он все-таки решил бдительность проявить, посмотреть, правильно ли там все делается. Сделали, ага. Набрали, а тем не менее милиция его замела из форточки, его изъяла, и он орал, сопротивлялся, кричал: «Я член бюро ОМО партии, вы смеете, я главный редактор», но тем не менее вот... Доставили, видимо, исправлен. В отделение и выясняли личность. Ну, его. Выяснили когда, это быстро, как, когда потому выяснили, что тогда люди были узнаваемы. И, в принципе, да. Милиция... Это как раз-таки вот форточку этого здания, где сейчас коммерческая компания. Прямо с улицы Карла Маркса. С улицы Карла Маркса. Любопытно было на это посмотреть. Те, торчащие из форточки на улице. А напротив вот этого дома, где нынешняя общага политеха, вот она и сейчас есть. В свое время, еще в 50-е годы, был стадион, огороженный дощатым забором. Стадион завода «Физприбор». Угу. Вот, почему-то его не оставили. Интересно, что когда вот, началась война, то, видимо, опасались налетов и бомбежек города у нас. И поэтому весь этот стадион заставили раскопать убежищами, опами, то есть опали зигзагами, вот опы, чтобы в случае воздушной тревоги можно было из ближайших домов убежать и спрятаться в этих щелях. Я думаю, что, наверное, это не единственное место было в войну, но, тем не менее, вот, серьезно готовились. Если у нас даже зенитный расчет планировался установки на драмтеатре, то вот здесь... Но, слава богу, не прилетели враги. Ну, не долетели, да. Хотя тут учебные бомбежки, мы уже в тот раз говорили, были и случались. Вот. А на самом углу Герцена и Карла Маркса, напротив вот, конторы «Физприбора», где сейчас угловой дом, это ближе к югу, еще в войну был такой китайский дом, со слов того же Мельчакова, развалюха, обшитая досками, крыша, провалившаяся, большинство жителей были китайцы, никто не знал, сколько их там, ну, видимо, вот таджи и сейчас, никто не знает, сколько их живет где-нибудь там. В больших городах в подвале что-то там производят, шьют вот так же китайцы. Никто не знал, все они были на одно лицо, но тем не менее здесь такой у них был мини-рынок вот на углу Герцена и Карла Маркса, то есть они продавали какого-то сомнительного вида леденцы, эти петушки на палочках, игол и для примусов, нит и связанные там спички, связанные пучками по 10 штук, и торговали, конечно, вот и неизвестного происхождения. Что там они, как вообще там появились-то? Китайцы. Гости из Поднебесной. Ну, их до революции довольно много было китайцев. Все-таки ассимиляция начиналась. Видимо, люди просачивались, хотя к ним было отношение такое, ходя-ходя, дети бежали и дразнили китайцы, разносчики мелких товаров были, ходили, носили, всерьез их не воспринимали, но когда начался 17-й год, они оказались отрезаны от своей родины, оказались без бизнеса, оказались неуделы, поэтому быстро были сорганизованы и стихийно, и это вот эти полумафиозные банды, вот одна из которых, видимо, я думаю, что это была серьезная мафиозная, если так сказать, группировка,
Ставка. А с другой стороны, их большевики быстро привели к службе, например, в частях особого назначения. И самые жестокие карательные отряды были и тайскими, то есть, которые могли вырезать деревни. Все. Ну, там история. И после гражданской войны итайцы прибрали в Москве, например, сеть прачечных. Это было официально, неофициально торговали водкой, крышевали. Хотя слова такого не было, бордели. Вот, не знаю, еще предстоит нашему местному исследователю, наверное, все про... Еще поработать над этим. Это не единственное место было на Карла Маркса, например. И тайцы жили и в барах возле Вечного огня. Вот. Ну, дальше движемся. Дальше идем завод на север, ближе к Театральной площади. От которого осталась одна стена вот от бывшей фабрики. И пожар был, конечно, грандиозный. Ну, напротив, конечно, хороший был гастроном в советское время в пятиэтажном доме. Но дом был известен тем, что много было известных людей. Вот, в частности, мне в этом доме пришлось встречаться с преподавательницей, опять же, Вятского нынешнего университета, Еленой Павловной Столбовой, которая считала себя праправнучкой аж самого, не поверите, поэта, Иоганна Вольфганга Гёте. Ага. Причем было... Это известная история, да? Было, да, портретное сходство. Вот я смотрел и на портреты. У нее было портретное сходство, было поразительное. Да и фамильная легенда была уже вот не такой нереальной. Вот не знаю, тоже вот эта история зависла, не осталась. Ну, вот если перейти улицу по этой же стороне от гастронома, то там, где сейчас вход... художественный музей. Перекресток немного загнулся, но он был прямоугольный, и был вход в такой небольшой, очень уютный скверик. Вот. Это на углу Карла Маркса и Спасской нынешней, да? Да-да-да. Вот да. Если это северный угол Карла Маркса Спас, и был такой скверик, который как бы со стороны Карла Маркса он заслонял кинотеатр Элизей. Вот, и был перед домами. И чем он был интересен? Так, что... уважаемые слушатели, мы сейчас не ошибаемся. Да. Колизей находился на месте, да, мраморного здания нынешнего, ну, практически на этом месте, мраморного здания Вятского художественного музея. А вход в кассы был с Карла Маркса, вот за этим сквером такой булус и проходит. Он деревянный был, этот кинотеатр, соответственно, Колизей. 1913 года построен. Да-да-да. Вот, а этот сквер, чем он был характерен, что уже с конца 60-х, с начала 70-х, здесь стали собираться такие яркого вида личности в джинсах с длинными волосами. Мы рассказывали об этом в одной из предыдущих передач, сделано в Вятке. Тогда говорили, пластинки там были. И поэтому сквер, он во всем городе был известен хип-сквер от слова хиппи, поэтому собирались меломаны, сейчас говорят филофонисты, которые менялись пластинками. Иногда устраивала милиция налет на этот сквер. Люди разбегались, прыгали через ограды, убегали то в сторону Колизея, то куда. Вот очень жаль. Но вот я рад, что нашлись фотографии этого сквера, которые сейчас вот висят, я говорил, на сайте. Вятка фото, видеоархив в Одноклассниках. То есть всем... То есть в Одноклассниках можно набрать Вятка фото, видеоархив. И посмотреть. Да. Напротив, библиотека Грина, она, в принципе, ничем не поменялась. Единственное, что многие десятилетия на углу висели большие круглые часы со стрелками. Вот очень жаль, что они куда-то пропали. И вообще, вот подобные часы, вот я не знаю, вот о часах тоже, наверное, отдельная тема. Вот где сейчас? Только на Лепсе еще где-то. Ну, на Лепсе, конечно, дело чести восстановить часы рабочие. Но вот здесь часы были и брутально известные всему городу. Свидания назначали, время смотрели. Сговорили, где встречаемся? Да. Под часами, под, да? Часами. И шли именно туда. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы восстановили традиции и повесили часы. Перейдем улицу. Карла Маркса. Нет, не Карла Маркса сейчас. Спасскую, выше Спасскую, уже. Да, выше, в Театральной площади. Дальше, конечно, там здание РФ-энерго, напомню, это первая Вятская электростанция, да-да-да, которую после войны достроили, построили, которая как бы вкраплена сейчас в это огромное серое здание.
Вот, а дальше за бывшей электростанцией, вот здесь сейчас угол нашего опорного университета, там был такой белый небольшой двухэтажный дом, где располагался вначале горсовет до застройки, и потом было первое передвойное троллейбусное управление. Так. Вот это вот самое цивилизованное. А здание, где сестры Милосердия располагались? А это уже на театрал. На театральную. Вот если говорить о театральной, у нас просто съест время всей передачи. Угу. Театральная площадь — это отдельная история. Ну, хорошо, отдельная поэтому программа. Поэтому мы сейчас пришли в театрал, и в принципе... Будем двигаться дальше. Да, по Карлу Марксу. А я предлагаю даже не дальше, а просто вернуться немного назад. Я же говорил, будем двигаться. Давайте. Не как маршрут. Да, не как маршрут общественного транспорта. Мы закончили одно путешествие. Прошли немного, и сейчас вернемся в исходную точку. Это кинотеатр «Октябрь». Снова мы перенеслись мысленно, ну, год там, 67-й, к примеру, вот такая эпоха. Стоим на углу у Октября и смотрим на улицу, и проезжают редкие троллейбусы. Вот у меня интересно, я жил в Хрущевке, и видна была вот часть улицы Карла Маркса, и мы даже загадывали, откуда машина поедет, справа или слева. То есть можно было ждать минуту, две, три, там троллейбус или грузовик, вот движения не было, вот такое было совершенно свободное пространство. Вот если идти, ну, пойдем на юг тогда, переходим улицу Молодой Гвардии. На юг, в сторону Воровского. Это срочно построенный пятиэтаж, чтобы съесть пространство бывшей вот церковной Владимирской площади. Сейчас там открылся какой-то ресторан, вот, где они завезли туда оборудование, столы, видимо, поваров, но, не знаю, не завезли клиентов, это, наверное, создаст большую проблему, потому что это на все наши увеселительные заведения, по-моему, в городе явно не хватает посетителей. По вашим данным, там проблема. Да. С клиентурой, хорошо. Дом был чем... Ну, особо он ничем-то им не был знаменит. Единственное, что это вот тот человек, о котором мы говорили в прошлой передаче. Это Карла Маркса 89, смотрю. Молодой город, да. На нашу революцию, это вот Попов первый у нас был глава большевистской партии. Здесь ему дали квартиру в этом доме, раз над общественным туалетом. А представляете, общественный сортир в советское время. Это такое специфическое амбре, запах хлор и всего сопутствующего. И окна. Вот я бы там жить не желал. Ну, конечно, человек там возмущался. Там же по ступенькам можно было спускаться, да? Да, общественный туалет там был, да. Да, он и сейчас там есть. Сейчас есть. Там, а там такое ломбард, гибридное заведение. Ну, оно сейчас уютное, современное. Это антикварный салон и тут же сортир. Вот это, наверное, единственное. Идеальное сочетание, да. Да, а вот жил раз Попов вот над этим и возмущался. Постоянно ходил в Ировскую правду вот через дорогу и ругался, что ему дали квартиру там, поэтому журналисты все старались куда-то попрятаться, чтобы на глаза не попасть. Понимая и зная, что он сейчас придет и снова будет эту тему поднимать, да. Дальше дом, пожалуй, известен только тем на углу улицы Маклина, что долгое время, еще, наверное, во времена мэра Анжелия Михеева, на нем была такая большая надпись «Требуем сноса трущобы». Вот трущобы не снесли, ремонтировали. Сейчас там какое-то тоже питательное заведение. Ну, а далее... вот это вот... Да-да-да, на углу Маклина. Это кофейня там сейчас находится, да? Кофейня. А далее, конечно, ботанический сад. Это тоже отдельная тема. Сад отреставрирован, нынче запущен. Это свежий забор. Старый забор, вот тоже найдена недавно великолепная фотография начала 60-х. На углу был дом. Дом раз принадлежал Истомину, вот основателю да. ботанического сада. Подполковнику. Да, поэтому, где вот нынешний вход, такой бетонный, такой монументальный вход, там был деревянный уютный двухэтажный домик. Вот. Но интереснее то, что... Напротив, а он до какого момента сохранился, кстати? Домик в 70-е снесли. В 70-е его не стало, да. В середине 70-х, скорее, и вход сделали. Но интереснее, что было напротив. Вот это уже мало кто помнит, а напротив был такой дикий заросший овраг, который в городе назывался «Джунгли». «Джунгли». Это был нынешний сквер 60-летия СССР. Он это сейчас, кажется, мелким и вроде небольшим, а «Джунгли» он был заросший там какими-то
ими деревьями, ими яблонями. Там были тропинки. Он был настолько криминогенен, что, по-моему, даже в сумеречное время милиция туда не решалась заходить. Да, много, видимо, там темных дел было. Но днем такой действительно овраг. Внизу был ручей, вот, и это желоба, бабы ходили, да, белье полоскали, угу, вот, только в 70-е годы. Соответственно, 77-й год, 60-летие СССР, да, вот тогда в 70-х его привели в божеский вид. Вырубили все эти деревья, он стал голый. Такой. И, а перед ним еще, если смотреть вот ближе улицы Молодой Гвардии, там же на границе вот этого оврага были деревянные дома и знаменитая пивная. Одна из самых знаменитых пивных в городе – это «Три сосны». То есть, а вот, вспоминая тот же Мельчаков, обычно зрители после сеанса... В Колизее? Нет, в октябре. А, в октябре. Там от Колизея не дойти было, потому что... Октябрь же был построен в 36-м еще году. В 38-м. В 38-м, ну да. От Колизея было сложнее дойти, потому что там тоже была череда пивных по дороге. Ясно. Не менее худших. А тут из октября, то есть часть шла по Молодой Гвардии, куда-то, а дальше вот была знаменитая пивная «Три сосны». То была легенда, что ее тоже сожгли, хотя вот бабье горе, но чуточку пораньше или пытались сжечь. Нам пора на рекламу небольшую прерываться. Я напоминаю, что в студии Евгений Петунин, историк, краевед, руководитель музея ВИАТГУ. Говорим мы об истории улицы Карла Маркса. Прервемся и продолжим очень скоро. Мы с Евгением Альбертовичем немножко тут зависли на улице Карла Маркса в районе Ботанического сада. Сейчас я в перерыве спросил, а воду-то куда дели? Там же сеть родников, да, всевозможных. Почему сейчас, да, вообще, почему вот сейчас ничего не бежит? Стены оврага или там, ну, стены, наверное, в овраге, они были все пронизаны родниками. И там, где Ботанический сад, и вот эти вот упомянутые нами джунгли. Поэтому еще до революции те дома, которые строились вот вдоль улицы Бутырской, была улица Кузнецова-Бутырская, да, они занимались производством, и дальше вот там по Горбачева, многие занимались производством либо пива, либо водки вот на той хорошей такой воде, которая родниковой считалась родниковой. Сейчас, тогда был просто ручей вот в этих джунглях, и для полоскания воды ручей никуда не делся, родник какой-то есть вот сейчас даже. Летом, я не помню, наливали, по-моему, на какое-то время вот этот водоем, но, тем не менее, облагородили. Фонтан там, все-таки все это музыкальный, да. Я не знаю, удалось ли там передать вот дух того времени, но вот полагаю, что все, кто жил, они сейчас также погружаются в ту эпоху и вспоминают вот этот невысокий заборчик джунгли. Забор был, конечно, ну, по пояс примерно, такой же чугунная решетка, летая вот и дальше сразу начинались заросли. И вот так мы идем. Идем на юг, мы дошли до стрелки с улицами, тогда они назывались Горбачевой, коммунистической. Орловская, соответственно, сейчас, да. Да, две улицы. Вот на этой стороне, где сейчас высотный дом, в котором, не знаю что, вот открылся только недавно какой-то секонд-хенд, вот на самой стрелке, вровень с красной линией улицы Карла Маркса, была такая дощатая, опять же, пивная, ну, не совсем пивная, там была парикмахерская, сапожная мастерская и пивная. Слушайте, это был мы... дощатый балаган, в разные цвет, в разные годы его красили в какой-то этот самый буро-оранжевый, либо зеленый, либо голубой цвет, белилами по этим доскам, вот он такой был, облезлый под дождями, но это был такой клуб мужского общения, вот туда на эту стрелку уходили, сейчас на этом месте газончик разбит, да, газончик там перед высотным формы домом, там, да. А высотка смотрится хорошо, конечно, она вписалась, такой корабль вот на этой стрелке. Как будто, да, он припарковался здесь, там, пришвартовался. Дальше, наверное, да, переходим вот улицу Горбачева, Орловскую, и на углу, где сейчас начинается такой сквер перед городом администрации, на углу был двухэтажный дом, в котором располагался овощной магазин, вот, а дом назывался, и магазин назывался Петуховский, а потом и дом назывался, но не по имени владельца, а потому что в 20-е годы у дома, либо в доме был убит милиционер по фамилии Петухов. Ух ты. И этот милиционер, это последний, видимо, из тех героев, ну,
эпохи революции, гражданской войны, который был захоронен вот, в братской могиле на стадионе «Динамо». Вот, была. А в подвале этого петуховского дома, где продавали это овощи, конечно, с землей, там, морковку и картошку, тоже было заведение, по словам Мельчакова, известное в народе реанимация. Потому что там аж с 9 утра пивными кружками продавали на разлив дешевое черничное вино. Говорят, цвета лиловых чернил. И всем, и все, кто с утра, видимо, в городе был не очень свеж, и его было время забежать. Эти потоки стекались туда. Они туда, в этот подвал, и там прямо на бочках в подвале продавали. Ну, не удержусь еще чуть-чуть в сторону, конечно, а рядом дом был тоже выдающийся. Следующий дом, но он уже по Орловской от Орломарса, но его с Орломарса было заметно. Этот дом двухэтажный был первым заводом Отто Шнейдера. Вот там производили пиво, начинали производить. Вот на той же воде, вот я говорил, что воду можно было брать в родниках. Вот первый завод Шнейдера, а потом, когда он построил вот в известном сегодня месте, то этот дом заняло другое заведение, не поверите, ой, не угадаете. Вот даю попытку. Я на языке вертится, вот, ну, честно говоря. Я читал, безусловно. Да ладно, все равно не угадаете. Бордель там был. Бордель был? Причем такой известный центровой. Так, я ошибаюсь. Да. Я на другое думал. Известный был центровой бордель, прославившийся тем, что юный Гриневский, будущий писатель Грин, он спер у матери золотую цепочку с кулоном, заложил ее в ломбарде и на вырученные деньги, аж с приятелем, видимо, одному было страшновато, он посетил вот этот бордель. Жаль, что там памятные доски не установили, но дом снесли совсем недавно. Это, по-моему, в самом конце 90-х, в начале 2000-х вот, был хотя бы в честь этого первого пивзавода надо было какой-то там мемориальную доску может быть какую-то. Ну, идем дальше, чуть мы поднимемся в гору, вот интересно. Дальше Воровского, видимо, не уйдем уже. Кто помнит, кто жил в те времена, было такое расслоение, вот на той стороне Орломарса, где администрация, дома были похуже, поменьше, были сплошные заборы, а между тоже это и, вот, ну, сейчас не принято, а и дома, и заборы почему-то красили не масляной краской, там, и не какой-то такой, типа, тюрила, просто тупо белили вот ими чуть-чуть рассвеченными вот эти заборы. Там на них, видимо, где-то клеили объявления, они имели очень неопрятный вид. Вот это была сторона, со стороны горадминистрации. А со стороны напротив, вот где... Ну, где сейчас бывший дом быта, там, европейский, ну, торговый, да, дом. Эта, да, сторона, да, Орломарса, да, она была более продвинутая. Сразу за Орловской был дом известного зубного врача. Это был такой одноэтажный большой монументальный дом. Ну, где-то с 20-х годов это бабий пароход, когда весь дом был поделен на маленький, мелкий, летушки, коммунал, и вот жили одни баб, и один дед Иван Семенович жил. Но дом был зубного врача, и по преданию, что когда в 18-м году после революции этот врач, конечно, бежал, был лишен всего, то он был дантист, и он золото зарыл подвалем. Вот, конечно, я даже знаю, и, соответственно, что многие искали попытки. И, может быть, там вот где-то сейчас на этом зеленом газоне перед Биотином, где-то вот там... Может, и стоит покопаться. А дальше тоже были домишки. И вот на одном даже сохранялась плохо забеленная надпись. Ремонт часов или часовой мастер, вот сейчас вот точно не помню. И там жил другой вяз революционер, который вместе с Поповым делал революцию 17-го года. Это не Лалетин. Вот, скромно, видимо, не очень жаловали. Если одному дали квартиру, то второй вообще вот в деревянном доме жил. Ну и, конечно, многие-многие помнят. Это даже попало в альбомы о городе, даже не Вят, а Ирове. Еще в 60-е, 70-е годы. Это дом врача Никольского. По номеру он, по-моему, 105-й дом был. Это красивейший дом со шпилем, с башней, и с фонтаном. Фонтан в мое время не работал, но с улицы было видно. А перед ним был такой тоже деревянный дом, и в полуподвале был маленький такой, еще, наверное, послереволюционный магазинчик, где мне запомнилось, что хлеб резали на половин и четвертин, и был такой огромный толстый нож с лезвием сантиметров, наверное, 15 на шарнире, который доставался из прилав, и вот так вот этот хлеб нарезался.
Дальше мы переходим улицу Воровского, идем на юг. Идем на юг, да? Да, дальше. Но у нас две минуты остается, чтобы прогуляться до юга от Воровского по Первомайск. Госпиталь ветеранов войн строился перед войной. Школа номер 12, но уже в войну был занят госпиталем, поэтому школа там не состоялась. По постройке понятно, что это должна была быть. Дальше были дома, техникум. Техникум был построен в 1953 году, спроектирован в 1950-м известным уже архитектором Никитой Зловым, о котором я говорил. Нынешний лесопромышленный колледж, да, вы имеете в виду? Да. Туда вот с башенками, с этими. Характерен был тем, что за этой башней была еще выше огромная труба, которая изрыгала в 60-е годы еще клубы черного дыма, когда техникум отапливался собственной отельной. Вот это сейчас уже лучше. А напротив было целый квартал занимал тубдиспансер, который был построен в 20-е годы. В 27-м все туберкулезные учреждения были свезены туда. Вот он по Карла Маркса и по Воровского занимал огромную территорию, был снесен в 70-х. Основные корпуса были сожжены, потому что были настолько пропитаны бациллами, что нельзя было их, наверное. И потом, газеты того времени писали, что сейчас 100 лет на этом месте нельзя ничего строить, потому что вредная территория. Это где сейчас медакадемия? Академия, да. Весь квартал. Медуниверситет, вернее, да. Да, тубдиспансер, вот и был. И, тем не менее, территория была быстро-быстро освоена. И сейчас даже сложно найти, не удалось найти фотографию тубдиспансера со стороны Карла Маркса. Хотя один дом на пересечении с Красноармейской, где сейчас спортцентр, он остался еще с той поры. Ну, а дальше Карла Маркса переходила в совсем уже деревянные дома. Вот единственный был проектный институт со знаменитым рестораном «Юбилейный». Кто помнит, то напротив него была Шарамыга, это вечерняя школа. Вот дальше дача Убовского, где сейчас железнодорожный музей. Да, далее у нас был дом напротив ФЭ «Здравствуй», открылось одно из продвинутых ФЭ времен перестройки. Напротив жил ссыльный академик будущий Виноградов. Который тоже оставил записки, воспоминания, да, о своем пребывании, да, в нашем городе. И вот таким образом Карла Маркса медленно-медленно заканчивалась и завершалась уже на пересечении с нынешней улицей, да, Комсомольской. Застроена она была уже где-то в 70-е. Еще про тубдиспансер. Опять же, самый угол, где была доска почета снесенная, там тоже была, не поверите, пивная. Пивная называлась у тубиков, потому что они были постоянными посетителями. И по воспоминаниям того же Мельчакова, у них была дыра в заборе, и эти больные из тубдиспансера в полосатых пижамах, они проникали, и в очередь их уважали. И всегда, если человек полосатый, то его без очереди в этой пивной запускали. Такая прогулка у нас получилась по нынешней улице Карла Маркса. За драмтеатром, но там тоже были интересные места Шанхая. Программу продолжим в любом случае. Я думаю, примерно я попытался навеять воспоминания, а действительно, если есть желание посмотреть, как все это выглядело, это одноклассники в интернете и группа «Вятка фото-видеоархив», вы найдете всю улицу Карла Маркса. Спасибо, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея ВятГУ. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Сделано в Вятке.